Столичному дворцу единоборств присвоили имя Жаксылыкы Шкемпирова. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. По его словам, решение назвать спорткомплекс в честь прославленного борца и олимпийского чемпиона принято по инициативе и при поддержке главы государства. В июле прошлого года Касым-Жомарт Токаев лично принял участие в церемонии открытия объекта. Четырехэтажное здание предназначено для проведения международных соревнований по боксу, борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике и не только. Напомню, олимпийский чемпион Жаксылык Шкемпиров ушел из жизни в августе этого года. Он был борцом классического стиля, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером КАС СССР.